маленький, но естественные принципы и работают. Первый принцип. Если ты хочешь быть настоящим лидером, тебе надо быть естественным. Не ожидайте, не требуется, что другие люди сделают что-то, которое ты не готов сделать сам. Помните, что другие люди, ваши люди, консультанты, которые вы приглашали в этом бизнесе, они не делают, что вы говорите, они делают, что вы делаете. И поэтому, дамы и господа, до того, чтобы мы начинаем признать, и до того, чтобы мы будем чуть-чуть ромочка выбиваться то, чтобы поздравлять друг друга, давай договоримся, что для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, улучшить ситуацию в семье, улучшить ситуацию для тебя, нам надо завтра с утра начинать приглашать людей в этом бизнесе, нам надо поговорить о продуктах, нам надо обучать людям, как правильно работать средства по уходу за кожу, нам надо быть лидерами, нам надо взять флаг и пойти дальше, нам надо показать нашим людям, что мы готовы, что мы хотим больше, и мы здесь навсегда. Oriflame Украина, вы лучшие лидеры мира. Вы все знаете, вы все можете. Верьте в себя. Вы здесь будете через год, через 5 лет, через 10 лет, потому что вы лучше. Верьте в себя, верьте в Украину, верьте в мир и верьте в компанию Oriflame, которая всегда ваш лучший партнер по бизнесу. Я обещаю вас, что мы никогда будем без вас. По нашей дороге к номер один среди всех компаний в прямой продаж и красота. Мы там будем наверху с вами. И тогда мы будем поднимать тост с друг друга, потому что мы любим друг друга. Спасибо вам большое. Удачи вам! Дамы и господа, встаньте, пожалуйста. Потому что не так часто бывает, когда у нас есть возможности приглашать новый председатель компании «Oriflame». Время пришло, когда следующее поколение, второе поколение компания «Семья Афрёкников» поднимается в «Oriflame» участвовать для того, чтобы вместе с вами продолжать развивать компания «Oriflame». Давай встречаем наш новый председатель компании «Oriflame» Александр Афрёкник. It's a great feeling for me to be able to be here tonight with all of you. У меня очень хорошее настроение. Очень рад, что я могу быть с вами сегодня вечером. It feels great to be here with you, the great network leaders of Oriflame during these challenging times. Я очень рад, что я именно с вами именно сегодня в это тяжелое время. It's also a great opportunity to celebrate your hard work and all the 150 new titles during this year. Это тоже хороший повод праздновать больше чем 150 новых директорских званий в течение этого года. And to be inspired by each other. И получить энергию от друг друга. And focusing on the future. И думать только о будущем. And of course, I want to start by saying спасибо. Спасибо for your fantastic dedication for it. И, конечно, хочу начинать говорить вам спасибо за вашу преданность компании Oriflame. You are all great people. Вы все великие люди. 3 weeks ago, I was elected the chairman of Oriflame. Я стал председателем совета директоров компании Oriflame. And of course, this makes me very proud, but also full of energy. И, конечно, я очень горд
Это тоже зарядит мне полной энергии. Я очень энергичный сейчас. It makes me full of energy because I love Oriflame. Я такой заряжен энергией, потому что я так люблю компанию Oriflame. I love direct sales. Я люблю прямые продажи. And I love to work with you. И я люблю работать с вами. And I see so many opportunities for the future for us together. И у нас с вами столько много возможностей впереди. And I'm very happy to take on this new position while my father Robert is still very active and involved in Oriflame. Я очень рад и горд за то, что у меня вот эта новая позиция, но мой отец, Роберт Лафьокник, он, конечно, остается очень активным в Oriflame. We have worked very close with each other for many years. Мы вместе работаем уже много лет. And I want to take this opportunity to send a special greeting from Robert to you. И хочу вам передать специальное приветствие от Роберта вам. And I want to share with you that 2 weeks ago Robert had a heart surgery. И хочу поделиться с вами, что 2 недели назад у Роберта был операция сердца. But I'm happy to say that he's recovering like a rocket. Но я очень рад сообщать, что он возвращается в жизнь, и он как ракета, полный энергии. The doctor said that he would be in hospital for 2 weeks. Врач ему сказал, что обязательно будет в больнице 2 недели. But after 4 days, he told the doctor, "Tomorrow I'm going home." Но после 4 дней Роберт сказал врачу, я поеду домой. And after 5 days, he went home. И после 5 дней он поехал домой. And after 2 weeks, he's up and running. He's up and full of energy. И через 2 недели он полный энергии, работает, смотрит на продажи Украины каждый день. And I have a picture of how he's introducing wellness to the hospital. И у меня есть картинка, как он рекомендует продукции wellness работникам больницы. And he looks forward to meet many of you fairly soon. И он собирается к вам приехать очень скоро. So let's take this evening, celebrate your success, and focus on the future. И давайте вместе празднуем наш успех и фокусируемся на светлое будущее. Remember that you are great people. Вспомните, вы великие люди. Oriflame is a great company. Oriflame – великая компания. And the future belongs to you and us together. И будущее – это ваше, наше, вместе. Thank you and enjoy this evening. Спасибо. С праздником!